Вы сейчас вышли с диагностики, правильно? Представьтесь, пожалуйста. Анастасия. Очень приятно, меня зовут Сергей. Пару слов о диагностике. Как бы как, что, как бы, ну, мысли. Ну, ребят, очень приятно, и всем. На самом деле, очень приятно общаться. И вещи говорят дельные, к которым хочется прислушиваться. Ну, не знаю. Вот по внутренним ощущениям, да, и потом, и потому что сказали, что вот что показал прибор, есть ли какие-то расхождения, там, не знаю, или все соответствует, вот как вот в этом плане. Ну, в общем-то, все соответствует действительности, потому что, да, где что болит, что отваливается, все, в принципе, там, да. Не создалось ощущение того, что вот тебе, знаешь, ты пришла туда, да, и тебе, так, сейчас мы сделаем так, короче, что у нее все болит, что у нее все плохо, и что нужно купить. Нету такого? Ну, нет, я... Или все грамотно, все рассказали, что почему, что откуда идет, как бы, и что нужно для чего использовать. Ну, да, в принципе, тут такое дело, что особо нигде... Ну, как бы, то, что есть, то и говорят. То есть, тут все зависит от твоего организма. Ясно. Вот такой вопрос. Вообще у нас впервые на мероприятии? Да. Как оно? Очень понравилось. Все люди очень приятные. Все очень позитивно. Потрясающе. Мне очень понравилось. Нашла себе круг окружения, да? Хорошо. А что больше всего понравилось? Ну, как-то нельзя что-то выделить отдельно, потому что это такой огромный комплекс всего. И вот эта атмосфера сама, она очень радует. Ребята вообще очень молодцы. Есть ли желание, вот после посетив такое мероприятие наше, кому-то из своего окружения ему о нем рассказать? Ну, рассказать, конечно, желание появляется, но все равно для того, чтобы окунуться в эту атмосферу, нужно прийти именно сюда, пообщаться с людьми. И вот так я же не приду, не скажу, там, допустим, ребята, давайте мы вот там купим какие-то такие вещи вот из этой фирмы. Я, конечно, так говорить не буду, но скажу, что... Сходить вот на такое мероприятие нужно. Не, я вот как раз-таки именно не в плане продаж, а именно в плане посещения мероприятий, на котором рассказывают о здоровье. Да. Вот я о чем спрашиваю. Ну да, это очень полезно, то, что ребята рассказывали. Что-то для себя сегодня новое узнала? Конечно, да. Ну, ясно. А что еще, кроме диагностики, что-нибудь еще удалось посмотреть? Ну, мы ходили на спа-процедуры. Вот, как? Отлично. Приятно, когда мужчина делает массаж рук? Ну, конечно, приятно. Вообще поговорили, очень рад. Ну, рад, что мой человек попался. Мне очень понравилось. Не поверишь, здесь такие все. Ну, не удалось проверить все. Ясно, ясно. Ну, ничего, еще есть время впереди. От меня пару пожеланий. Сегодня все посмотреть, как бы до чего еще руки не дошли. Все потрогать, все пощупать, все испытать на прочность. Сегодня все для вас. Наслаждайтесь. Спасибо. И вам спасибо большое.